Всем привет, с вами Белоусы. Сегодня я буду играть в игру Hill Climb Breaking. Я в прошлом видео вам пообещал, что я буду играть как бы в месте, которое называется Ночь. Так, это что странное название, но вы все сами увидите и посмотрите. Так, разблокировали мы его. И у меня довольно интересный транспорт. Это Hot Rod. Всем любимый наш Hot Rod. Ночь. Самое главное, особенность ночи. Давайте сделаем вот так вот. Вот, например. Давай прогружайся. Давай же ты. Вот, прогрузился. Давай, Hot Rod. А когда круто он едет так по ночи. А прикольная музыка. И еще это очень интересно так просвечивать. Такс. Кстати, у Hot Rod есть супер ускорение, но пока оно как-то, если честно, не работает, что я вам скажу. Хоть оно у меня еще как бы тоже не очень-то сильно и прокачанное. Не то, что очень сильно, да, оно не прокачанное у меня, но все равно вот она может дать, конечно, газку и сделать все такое в этом роде. Как видите, у нее 3 цилиндра в движке. И в ночи можно так ничего не видеть и просто тупо так ехать. О, как она может дать газку с только 16 прокачанным двигателем. Вот. Эту машину не удержать. Или тебя удержать. Видите? Машина просто реагирует на мою лесть. Стоп, а где топливо? Топливо, ты где? Смотри, вот найду такого. Такого. Не дай бог, сейчас попробую. Не доеду до него. Вот так вот. Очень легко. Ну, что так интересненько в ней играть. Как видите, у меня как бы на этом транспорте рекорд. 2383. Тут, честно, трудноватенько ездить. Вот, у нас кончается топливо. И неужели это будет концом всех концов? Давай, я ничего не вижу, я ничего не вижу. Вы что-нибудь видите? Ну... Сальтун! Сальтун, сальтун! Давай. Стоп, где? Где машина? Где машина? Я не вижу, где машина, но я точно увидел сломанную шею. Так, ну в каком же месте я буду играть в следующей серии? Мне кажется, это будет строительство. Я, конечно, не знаю, чтобы посмотреть, только машины ездили и мешали процессу, но бывает. Ладно, с вами, как всегда, был Белоус. Ставим большие пальцы вверх, подписываемся на канал. Всем удачи и всем пока.